Конец года. Можно подводить итоги, собрать лучшее железо вместе, а когда оно собрано правильно, получается сбалансированный компьютер. В 2023-м было много всяких процессоров, видеокарт, мы видели подгорающие Ryzen'ы с 3D-кэшем, стагнирующие карточки и самый бесполезный рефреш процессоров Intel. Но было много хорошего. Под AM5 наконец-то стали выходить недорогие платы, AM4 скоро 7 лет, а он все никак не постареет. Предтоповые видеокарты NVIDIA и AMD в кои-то веки вышли годными. Ну а DDR5 перестала быть слишком новой. Давайте выберем из всего этого разнообразия лучшую связку процессор плюс видеокарта. Хорошие комбинации иногда прошлого поколения с комплектующими настоящего. Сначала поговорим про игры, ну а потом про рабочие задачи. На связи МК, подводим компьютерные итоги непростого 2023 года. Поехали. Даже в эпоху 4К Full HD мониторы остаются самым популярным выбором для геймеров. По статистике Steam их используют почти 2/3 игроков. Народное разрешение позволяет на среднеуровневых картах замахнуться на высокую частоту кадров. И 27-дюймовый монитор Thunder Robot флагманской линейки Silverwing — отличное решение для бюджетного геймера. Благодаря быстрой IPS-матрице на 165 Гц с частотой отклика всего 1 миллисекунда картинка остается четкой даже в разгар игровых баталий. А отсутствие шим мерцания позволит долго бороздить виртуальные миры без усталости глаз. Монитор имеет хорошо откалиброванную матрицу с покрытием 90% DCI P3 с яркостью 330 кандел, что даст в играх насыщенную картинку и делает Silverwing отличным выбором в том числе для создателей контента. А благодаря эргономичной подставке с безвинтовым креплением монитор можно расположить на столе как угодно. К такому экрану идеально подходит фирменный компьютер Thunder Robot Warrior Super. 10-ядерный народный Core i5-13400 вместе с 16 гигабайтами быстрой ОЗУ DDR4 и видеокартой RTX 4060 Ti отлично потянет любые игры Full HD с ультранастройками графики и трассировкой. Узнайте больше о мониторах и компьютерах Thunder Robot по ссылке в описании. Начнем с базы. В конце 2023 года пора отказаться от 4 ядер. Даже от хваленных i3 10100 и 12100, да, они все еще тянут игры, но делают это уже на пределе. Забыл закрыть что-то в фоне, можно потерять пару десятков кадров, мы это уже с вами проверяли. А с учетом того, что самые простые шестиядерники стоят даже немного дешевле, эпоха 4 ядра 4 гига окончательно все. Но и с шестиядерниками не все так просто. Да, есть отличный Ryzen 5 5500 за 7000 рублей, пускай не первой свежести, но игрушки тянет отлично. А платформа AM4 все никак не уходит. AMD обещает выпустить новые процессоры с 3D-кэшем, которые отлично бустят производительность в играх. И если AM4 с недорогими досками на B550 еще поживет, то вот младший шестиядерник на Zen 3 — это тупиковая ветвь. Все дело в шине PCI-Express, которая ограничена у 5500 версии 3.0. В прошлом поколении видеокарт это не было проблемой, но сейчас активно развились два неприятных тренда — экономят на шине и видеопамяти. В итоге на рынке появляются такие карты, как RTX 4060 и RX 7600, у которых 8 линий PCI-Express и 8 гигабайт видеопамяти. Последней уже сейчас не хватает данных даже для Full HD на ультрах, поэтому данные активно гоняются в ОЗУ по шине. На старых платах с третьей версии PCI-Express можно потерять и 20, и даже 50% производительности. Поэтому, если хочется максимально сэкономить и взять Ryzen 5 5500, от новых среднеуровневых карточек придется отказаться. Тут или брать за те же 30 тысяч рублей RTX 3060 на 12 гигов с полноценной шиной X16, или раскошеливаться на карты подороже RX 7700 XT или RTX 4070, за которые придется отдать уже минимум полтинник. Если все же хочется попробовать ультратрассировку с генерацией кадров за недорого,
то хороший вариант в пару к RTX 4060 – это Ryzen 5 5600. За доплату в пару тысяч рублей вы получите плюс 10% производительности, вдвое больше кэша третьего уровня, чуть более высокую частоту и, самое главное, шину PCI-Express 4.0. И вот к нему в пару можно уже ставить любые среднеуровневые карточки и комфортно играть в Full HD на высоких или ультра настройках графики. С красной игровой базой разобрались, переходим к синим. Сокет LJ1700 хорош тем, что здесь огромный выбор плат от совершенно дешевых с парой слотов DDR4 до ультра-топов под разгон с DDR5. Разумеется, такой разброс позволяет маневрировать и подобрать неплохой вариант за десятку на B660 или B760 с поддержкой быстрой DDR4 для среднего камня. Но какой процессор выбрать? Шестиядерный i5-12400 уже кажется старым на фоне десятиядерного 13400F и будущих 14400F. Но на деле все три этих камня имеют 6 одинаковых больших ядер, а малые в играх веса почти не имеют. Разница в частоте большой роли тоже не сыграет, поэтому как и два года назад именно i5-12400 за 11-12 тысяч остается разумным выбором. По видеокарте для него полный карт-бланш. Процессор поддерживает PCI-Express 4.0, поэтому в пару можно ставить и RTX 4060, и RX 7600. При этом 6 ядер на архитектуре Elder Lake вполне способны вытянуть предтопы, и можно замахнуться на старшие RX 7700 и RTX 4070. Переходим к серьезным решениям, которые позволят замахнуться на 2К, оно же 1440p, или же на сотню FPS Full HD в идеале вместе. И сюрприз, даже в данном случае уходить от 6 ядер большого смысла нет, играм больше и не нужно, главное, чтобы эти ядра были быстрыми. Первый претендент, естественно, наш любимый Ryzen 5 7500F за 13-14 тысяч. От старших и более дорогих 7600 и 7600X он отличается слегка сниженной частотой и отсутствием интегрированной графики. Оба параметра на игровом процессе почти не скажутся, а вот по цене значительно. К тому же камушек холодный, если есть желание максимально сэкономить, можно ставить его даже на самую дешевую плату A620. На разгон ОЗУ это никак не повлияет, мы проверили на DDR5 7200. В итоге за какие-то 25 тысяч рублей можно найти комплект процессора и платы, который легко покажет за сотню кадров в секунду даже в требовательных игрушках, лишь бы ваша карта справилась. Есть поддержка PCI-Express 4.0 и даже 5.0, но брать к такому камню RTX 4060 кощунство, разве что напересидеть. Минимум тут RTX 4070, если есть лишние деньги, хоть 4090, процессор вывезет. Хочется сэкономить и перейти на красную сторону полностью, присмотритесь к RX 7800 и даже 7900 XT. Эти карты выступают на уровне RTX 4070 и ее Ti-версии, не будет DLSS генерации, зато больше памяти за меньший прайс. В общем, с красными предтопами все легко, чего не скажешь про синих. Формально подходит Core i5-12600KF. Тут как раз 6 больших ядер, их бустанули до 4,5 ГГц и докинули еще 4 малых относительно 12400. Но буквально на пару тысяч дороже есть уже i5-13600KF, где большие ядра бустят выше 5 ГГц. И к тому же архитектура свежей. В итоге этот камушек хвастается почти рекордным однопотоком. Он безусловно хорош и легко вытягивает даже топовую RTX 4090, но проблема в том, что предтопом его назвать язык не поворачивается. Обойдется такой камень в 22-25 тысяч, почти вдвое дороже Ryzen 5 7500F. Да, можно сэкономить на памяти и взять доску на DDR4, потеря производительности окажется тут минимальной, но все еще сборка на шестиядерной ряженке обойдется ощутимо дешевле. Так что в этом сегменте Intel крыть нечем. Зато как топовый камень для игр i5-13600K подходит идеально. Да, есть i5-14600K и даже i9-14900K, но цены там космос, а геймерам толку от 24 ядер немного.
Первый – банальный разгон на пару сотен мегагерц, разница в играх на уровне погрешности. OI9 хоть и является топом для 1700-го сокета с частотой 6 ГГц, смысла 8 больших ядер в играх пока нет. Шестиядерный 13600K даже в Full HD отстает всего на 10%, а в 4К разница вообще незаметна. Чем в топах ответят красные? Разумеется, восьмиядерным Ryzen 7 7800X3D. Увы, шестиядерника на AM5 с дополнительным кэшем третьего уровня пока нет, поэтому приходится смотреть на 8 ядер. В таком бюджете запас уже не лишний, но заплатить придется не менее 30 тысяч рублей. И хотя Zen 4 по однопотоку хуже Raptor Lake, в непредсказуемых играх большой кэш играет огромную роль, выводя 7800X3D в абсолютные лидеры. Он даже быстрее 24-ядерного i9-14900K, при этом брать 7800X3D сейчас можно без опаски. AMD решила все проблемы с прогарами, главное, не забудьте обновить BIOS. Разумеется, в случае с такими процессорами вопрос о шине вообще не стоит. Едва ли кто-то в пару будет брать карточки слабее RTX 4080. Восьмиядерная ряженка с 3D кэшем идеально подходит тем, кто хочет сразу и много FPS и отличную графику. Тут уж лишь бы видеокарта справилась, ведь для такого процессора нагрузить RTX 4090 вообще не проблема. В комментариях нас просят рассказать о выборе железа под рабочие задачи. Если практически все игры любят быстрый однопоток, а на число ядер больше 8 они реагируют слабо, то вот в вычислительном софте зачастую все наоборот. Конечно, есть какой-нибудь Photoshop, который нормально будет работать на двух ядрах и летает на одноядерном Ryzen 1 1700F, но в целом большая часть современного софта для 3D-моделирования, архивации, научных расчетов уже способна нагрузить работой и пару десятков, и даже полсотни процессорных потоков. Поэтому смотреть будем именно на производительность в многопоточном режиме. Снова говорим четырехъядерникам «давай до свидания». Быстрый однопоток еще удерживает i3-12100 на плаву в играх, но в нагрузочном Cinebench шестиядерный Ryzen 5 5500 оказывается на треть быстрее за тот же прайс. Поэтому, если вы занимаетесь 3D-моделированием полетов на Марс, ниже 6 свежих кокосов лучше не падать. Базовый уровень вновь Ryzen 5 5500. В отличие от игр, вычислительные задачи обычно более предсказуемы, поэтому переплачивать за 32 мегабайта кэша третьего уровня у 5600 смысла немного. В большей части рабочего софта разница будет не более 10%, что при желании нивелируется разгоном. В синий угол ринга, разумеется, поставим i5-12400. Ценник, конечно, кусается за производительность уровня 5600, но зато есть инструкции AVX512, которые здорово ускоряют задачи искусственного интеллекта. Следующая ступень — решение линейки Core i7, которые стали лучшей серией процессоров для LGA1700. Больших ядер 8, как и у топов, а чуть сниженные частоты влекут за собой меньший жор. Разница с i9 фактически лишь в немного уменьшенном количестве енотовидных ядер, но эта потеря не слишком серьезно влияет на производительность. Интересных камня в этой линейке 2. i7-13700KF, 8 больших, 8 малых, на новой архитектуре с уровнем некогда топового i9-12900KF, но на 10 тысяч дешевле. Прямой конкурент в лице 12-ядерного Ryzen 9 7900X стоит немного дороже и требует более дорогой платы с поддержкой DDR5. Второй интересный Core i7 — это 14700KF. Тут снова 8 больших, но уже 12 малых ядер и несколько поднята частота относительно 13700K. У решений i9 на 4 енотовидных ядра больше, что вливается в 10% разницы по производительности, но при этом i7 стоит около 35 тысяч рублей, то есть позволяет сэкономить аж 15 тысяч. Прямого конкурента из красного лагеря вот тут нет. 12-ядерная ряженка 7900X оказывается на 10-15% слабее и настолько же дешевле. А вот до 16-ядерного 7950X новый Core i7 все еще ощутимо не дотягивает. Лезть выше в лагере синих особого смысла нет.
Как уже сказал, i9-14900K минимально быстрее i7-14700K, при этом почти на треть стоит дороже и потребляет за 400 Вт. Адекватный топ есть только у AM5, это 7950X. 16 быстрых ядер на Zen 4, они позволяют ему конкурировать с флагманом на 1700, экономя 5000 рублей и пару сотен ватт потребления. К тому же, если под LJ1700 новые процессоры выходить уже не будут, то вот платформа красных — свежак. По слухам, в Ryzen 8000 нас ждет прирост в 10-20%, а 9000-ная серия вообще порадует 32-ядерными процессорами, что сейчас доступно только в серверном сегменте. Лучшее описание 23-го года — странный. После релиза действительно крутого 12-го поколения Intel пошла по наклонной, 13-е, если еще можно назвать неплохим рефрешем, то вот 14-е удивляет даже на фоне скайлейковского застоя. В линейке с двумя десятками процессоров будет от силы парочка интересных. Спасибо, хоть плату за такой заводской разгон компания не взяла. В видеокартах у синих творится еще большая дичь. Мы так надеялись на карточки ARC, у корпорации Intel были все шансы ворваться на двухполюсный рынок видеокарт и охладить рост цен, а по итогу спустя год мы до сих пор видим артефакты, нерабочие мониторинги и печальную производительность во всех новых хитах. Возможно, когда-нибудь в будущем драйверы станут стабильными, но сейчас карты ARC — это просто провал. Nvidia не лучше. Да, 4090 безусловно крутой флагман. И даже в предтопах 4070 приятно радует производительностью за свою цену. Генерация кадров в DLSS 3 окончательно победила потерю производительности от трассировки, а переход на тонкий 5-нанометровый техпроцесс TSMC снизил жор. Казалось бы, вот она линейка карт, которую все мы ждали. Но увы. Компания привыкла, что в бум майнинга с полок сметают все и не собирается отказываться от жесткой экономии. В народных среднячках теперь 8 гигабайт вместо 12 с урезанной шиной PCI-Express. Запаса на будущего никакого нет. Старушка RTX 3060 выглядит гораздо интереснее новой 4060. На фоне этой вакханалии жадности радует лишь AMD. AM4 стал действительно народным сокетом, он войдет в историю, и даже спустя 6 лет компания не прекращает его поддержку. Пользователи ждут народные игровые ряженки с 3D-кэшем, AM5, конечно, все еще дорог, но и здесь стали появляться очень вкусные решения в лице 6-ядерного Ryzen 5 7500F. В видеокартах красные традиционно играют роль сапожника без сапог. Владельцы старых Nvidia говорят компании огромное спасибо за открытый бесплатный генератор кадров в FSR 3, но вот сами 7000-ные RX вышли просто нормальными. RTX 40 все еще ощутимо технологичнее, а в текущих реалиях нельзя сказать, что красные карточки слишком выгодные по цене. Брать самые новые решения сейчас не всегда лучший вариант. Маркетологи не зря едят свой хлеб. Мы уже привыкли, что большой индекс значит лучшее железо. В 2023-м эта формула окончательно сломалась. Комплектующие прошлых лет могут быть не просто выгоднее, они могут быть даже лучше своих современных аналогов. Вот в такое непростое время мы живем. Спасибо, что были весь этот год вместе с нами. Подписывайтесь, если вы еще не с нами. Читайте нас ВКонтакте, в нашем сообществе в Телеграм, где мы ежедневно встречаемся и публикуем интересные IT-новости. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Увидимся в 2024 году. Пока.